Всем привет из осеннего Батуми. Сегодня мы отправились в Квариати в поисках новых интересных локаций. Сейчас мы едем в Лидс Резорт. Это новый отель 5 звезд. Он отработал всего один сезон. Строился он достаточно долго. Открывается очень красивый вид, но мы сами там еще ни разу не были, поэтому будем с вами смотреть его впервые. Дорога, конечно, не идеальная, но она есть. Мы на своей машине проезжаем совершенно спокойно. Заехали мы со стороны турецкой границы. Посмотрите, сколько зелени, несмотря на то, что ноябрь. Вот сколько до какого-то момента с тобой доезжали и потом назад ушли. Вот я не помню. Да, раньше мы еще там развернулись. Сайт отеля и телефон оставлю внизу под роликом, возможно, кого-то заинтересует. Здесь есть указатели, но если вдруг вы заплутаете, можно позвонить администратору, и она скажет, как проехать. Наверху мы еще увидели глэмпинг, сейчас постараемся туда заехать и посмотрим, что там интересного. Ой, так костром вкусно пахнет. И вот такой шатер, ну, в принципе, очень интересно. Шатер. И здесь вот это, купель. А, ванна есть, да? Да, это топить. Ага. А, да, она же там. Да, вот. Траву. Ага. Вот это почистим, вода наливаем. Отсюда тут идет вода. Ага. Ну, ты сейчас будешь посмотреть. Вот кондиционер есть. Самое главное, запах нету. Нет, да. Это кондиционер. Обогрев. Интернет есть. Ага. Вот. Двух и наверху еще один. А, там еще один. Двухспальная кровать. И наверху тоже есть койко-место. Сейчас еще кухню покажу. Душ, туалет здесь тоже есть. 28 квадрат есть это. На балконе все 56 квадрат. И здесь такая небольшая зона отдыха, качели, стол, мангал есть. И сейчас покажу вам вид, который открывается. Мини-кухня есть, микроволновка, чайник. Номер телефона оставлю внизу под видео. Так, вот мы увидели указатель и поднимаемся все выше и выше. Выше и выше, вот же указатель. Вот указатель. А, это другой. А, нет, это. Этот же наш. Да, этот. Да, да, да. Туда еду, да? Ага. Так отель выглядит снаружи. Мы на разведку. А если погода сейчас останется? Мы не приготовились, ничего не взяли. Пожалуйста, оператор. Благодарочка. Тихо.
терраса. Давайте посмотрим, какой вид открывается. Вау! Какой красивый вид! Олежек, посмотри, какой вид красивый! Супер! Детская площадка есть. Ну, летом здесь, конечно, здорово. Там есть бассейн, по-моему. Но сейчас я поднимусь. Мы приехали узнать цену. Здесь такая большая площадка, беседка. Видимо, проводят разные мероприятия, свадьбы. Калифорния. Номер Калифорнии. Поедем, да. У нас только в Майами. Это, посмотрим номер. 250, короче, Ларри, завтра. Да. Ночь. Угу. Давай посмотрим. Нет. Жарко. Жарко, жарко. Это наш вид с нашей Калифорнии. Ага. Ну-ка. Понятно. Давай. Понятно. Угу. Ага. И это вид, ну, вид из номера тоже на море. Море, море, на варианте вид, да. Так, цены на массаж. Сейчас посмотрим спа-центр. Подводный велосипед. Я в первый раз такое, кстати, вижу. Ну, это холодный бассейн и сауны, чтобы можно было прыгать, но пока он пустой. Есть тренажерный зал еще. И на пятом этаже там открытый бассейн и бильярд. Если открыто сейчас, то я вам покажу. Если вы хотите, я могу вам показать там премьер категории. А покажите, да, что вы, если у вас ключ, да, есть сам или нет? Есть фуллайн, всякие там. Ну, русский бильярд, клуб. Угу. Американка, и все вот здесь у нас вот, там, библиотека. Это входит в стоимость, да? Да, конечно. Библиотека, ребят. И там тоже терраса. А, не помните?
Ну, территория большая. Летом, конечно, здесь отлично. Очень красивый вид. И летом у них есть трансфер до пляжа. Я так поняла, что у них там в Квариате собственный пляж. И если вы отдыхаете в отеле, то вас туда привозят и отвозят. Ну вот девушка рассказывает, что летом здесь очень-очень много людей, практически аншлаг. А, 160 долларов. Так, это люкс, он большой. Например, категории около 35 квадратов в общую сумму, и там одна большая комната. Но просто они на шестом этаже, и поэтому я знала, что это было свободно. Так, я сейчас бассейн покажу еще вам. Ой, ну бассейн, да, шикарный, ребят. Бассейн шик. Вот это вот красиво. Да, бассейн отличный. Мы решили выпить кофе здесь. Рестораны работают до 11. Я капучино. Да. Что хочу сказать, мы, конечно, подумали, что можно приехать сюда на один денек, но мне кажется, будет сейчас скучно. Если бы это был сезон и работал бы бассейн, смысл был бы. А так просто приехать, скупаться в бассейне и все. Ну, думаю, что, наверное, мы отложим наш визит в этот отель до сезона, до мая. А в мае сюда уже приедем и будем отдыхать, загорать, купаться в бассейне, пить вкусные коктейли. Но сейчас еще с Олегом Леонидовичем пообщаемся. Как он решит, так и сделаем. Смотри, у меня на букинге, да, цена 102 доллара сейчас, да, плюс 10% скидка есть на Genius, это 92 доллара. И то, что они напрямую нам сейчас предлагали, то же самое 92 доллара. Угу. Никакой разницы, что к ним напрямую приезжаешь, что на букинге, никакой разницы. Это неправильно. Вон бассейка сливается, вода льется, панорамный. О, открывается автоматически. Все, ребят, мы едем домой в Батуми. Прогулка у нас сегодня удалась. Две классные локации нашли. Ну, еще надо немножко поработать. Посмотрите, какой ажиотаж на турецкой границе.